приехали забирать наше стекло. 2240 на 1000. Все. Ну, опять поехал, опять. Стеклопакет мы закинули, едем сейчас его монтажничать. Если кому надо окна смонтировать, заставить. Номер телефона, вот, 817 XP, как Windows. Так, магазин «Океан», адрес какой? Проспект Ленина, 45. А какой-то из них нам надо будет заменить, сейчас его надо найти. Так, кажется, я знаю, где этот стеклопакет. Фикс прайс. Да, его трудно не увидеть. Начали разбирать, что-то он раздолбили. Ну вот экономщики, опять же, термоставку могли бы целую сделать, да? А сделали из кусочка, тык-тык-тык-тык, натыкали. Что, точно одно стекло первое разобрали, которое было разбито. Остатки остаются. Сейчас до конца он разбираем. Разбить стекло молотком тоже проблема. Да? И скидываем. Одно стекло здесь осталось, оно легкое. Так, такое стекло одинарное. Перевозить очень опасно, потому что на кочке оно просто развалится. Отскочит что-нибудь. Нам интересно. Ну, я понимаю. Потому что настолько тебя трясет. Всякого. Ну так как-то. В утиль. Прям нахуй рукой хуячит. Центральный. Вот еще большой кусок остался. Ну что, сейчас надо все собрать в мешок. Мешков в Сереге полно. Почистили, подмели. 4 мешка осталось. Ну все, сейчас подъезжаем, будем втыкать. Стекла нет, стекло есть. Стекло поставили. Втроем 100 килограмм оно весит. В принципе, не так уж тяжело. Раз, банс поставили. Сейчас будем крутить, но крепить нет, будем. Нет. Крепить будем уже. Не на вот это, как обычно, самое. Бля, как заебали ваши стыки, блядь. Вон, блядь, шурик нахуй. Головку возьмем сейчас. И возьмем. И возьмем спецкомплект. Спецкомплект крепежа. Та-та-та-тан, все готово, мы все сделали, все собрали, все поставили. А это снарезы в помойку.